Нет. Нет. Этого не может быть. Господи, Лили! Это я! Где ты? Господи, она наверху! Что произошло? Я иду, Лили! Держись! Я тут, Лили! Я тут! Черт, где же она? Выходи! Лили! Где ты? Я пришел! Папа здесь! Нет, папа, ты не пришел. Кидман? Привет, Себастьян. Давно не виделись. 3 года. Я тебя разыскиваю уже 3 года. Ну а где ищешь-то? На дне бутылки? Так что ли? И какого черта ты явилась теперь? Ты не мог найти меня, потому что они не хотели. Ну-ка, успокойся. Ты знала, что должно было произойти в больнице, да? То, что произошло в маяке, осталось в прошлом. Ты должен забыть. Ты говоришь, как треклятый мозгоправ, к которому меня послали. Но он не знал ответов. А ты знаешь. И ты расскажешь мне. О Мёбиусе. Вот почему я пришла. Откуда у тебя это? Твоя Лили жива. Она погибла. Я видел полицейский отчет. Я был на похоронах. Мы способны даже историю переписать. А уж инсценировать смерть и подавно. Я не стала бы к тебе приходить, только чтобы соврать. Лили жива. И она у нас. Но она в беде. Ты должен помочь ее спасти. В каком смысле? Что вы с ней сделали? Убери от меня руки!
Я надеялась, что ты пойдешь добровольно, Себастьян. А уговаривать тебя времени нет. Ты нужен нам. Ты нужен Лили. Себастьян, ты проснулся? Хорошо. Да, отлично. Где мы? Это одно из наших зданий. Так это Мёбиус Всемогущий, да? Следи за тем, что говоришь. Знал бы ты, какая у них власть. Ну да. Такая власть, что им пришлось похитить бывшего копа, чтобы он помог. Ну, хотя бы твой чудовищный сарказм на месте. Хватит с меня этой чуши. Где Лили? Терпение. Ты получишь ответы на все вопросы. То, что случилось в психиатрической больнице «Маяк» — прискорбная неудача. Но с помощью новых знаний мы создали новую, усовершенствованную систему STEM. При чем здесь вообще моя дочь? Только представьте, миллионы сознаний, слитых воедино. Счастье для одного — это счастье для всех. Эта машина, это чудо, приведет человечество к истинному величию. Но для начала потребовался разум, чистый и невинный, способный вместить тысячи личностей. Чистый разум ребенка. Вы подключили Лили к этой машине? Ваша дочь особенная. Самый стабильный кандидат на роль ядра из всех. Благодаря ей... Новая система STEM работала успешно. До недавнего времени. Чуть больше недели назад Лили пропала. Перестала подавать сигналы. И пространство STEM начало разрушаться. Мы решили, что это технический сбой, который легко починить, и отправили внутрь группу наших агентов. Но мы потеряли связь с ними, а затем со STEM. Подумайте, мистер Кастелланос. Я даю вам уникальный шанс. Не просто увидеть свою дочь, но и спасти ее жизнь. Вы столько лет корили себя, что не сумели. Можете спасти или бросить умирать. Выбор за вами. Удачи, Себастьян. Если встретишь там кого-то из наших, постарайся сотрудничать. Я знаю, ты нам не веришь, но у тебя с ними общая цель. Ничего, я и сам справлюсь. Только помни, как только обнаружишь Лили, сообщи, чтобы мы начали извлечение. Я буду снаружи на связи. А кое-кто будет с тобой там, внутри. Ты готов? От тебя многое зависит. Будь осторожен. Вход в STEM через 3, 2, 1.
Неужели? Где я? Папа! Что? Папа, скорее! Иду, Лили! Папа! Я знаю, что с этим трудно смириться, Мия. Но она умерла. Наша девочка умерла. Нет. Я не смирюсь с этим. И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Что за чертово место? Детектив, получен вызов. Всем машинам, 11.99. Срочный код 3. Больница Лейв. Неважно, Себастьян. Главное, ты добрался. Как ощущения? Ужасно. Будто у меня жуткое похмелье. Ничего, это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Это место называется кабинет. Безопасная зона, созданная из твоих воспоминаний. Ах, воспоминаний? Раз так, где же моя жена и дочь? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявляй себе. Ближе к делу. Мы отправили тебе кое-какую информацию. Видишь что-нибудь незнакомое? Кошка? Не помню, чтобы у меня была кошка. Проектор для слайдов? Откуда моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Кидман, ты меня слышишь? Как всегда. Ты бы не сказала мне о Лиле, если бы ваша поганая машина не сломалась. Я бы продолжал оплакивать свою дочь, а тебе было бы плевать. Не плевать, но сказать я не могла. Меня бы убили. Тебе можно верить? Зачем мне врать о таком? Чтобы манипулировать мной. Ты уже лгала мне раньше. Вся наша дружба была построена на лжи. Ладно, я понимаю. Не могу винить тебя за это. Ты никогда меня не поймешь. У меня никогда не было семьи. Были просто... Лучше познать любовь и потерять? Ты это хочешь сказать? Возможно. По крайней мере, у тебя были те, кому ты дорог. Я понял. Спасибо, киса.
Элли нарисовала меня. А потом все это сгорело со всем домом. Снимки нескольких агентов Мёбиуса. Это ваша пропавшая группа? Она самая. Найдешь кого-то, дай знать. Внутри STEM мы можем связаться лишь с тобой. Они застряли в Юнионе. Они тоже ищут Лили. В Юнионе? Пространство STEM имеет форму небольшого города под названием Юнион. Отлично. Значит, ваших экспертов тоже надо спасать. Только ты и можешь это сделать. Спасибо за доверие, но у меня одна задача — найти Лили. Мы добавили данные. Просмотри их, прежде чем идти.